которую кинули, блядь, оставили. И у нее теперь все красивые девочки, шлюхи, проститутки, все с ее бывшим чикаются, все, блядь, такие-то. А она, знаете, сидит уже, вот, блядь, там, как не знаю кто, блядь, богом обиженная, хуй придавленная. И только вот это вот типаешь ее, это вот такие, я же говорю, знаете, которые сидят потом бабки на лавочке, которые жизнь свою прожили, неудачную в личной жизни. И все красивые девушки для нее будут, я же говорю, эскортные штуки проститут. Вообще, мне в директ скинуто много сообщений всяких. Ну, это нормально, что взрослая баба чикаются. Господи, блядь. У нее, видимо, не до чик. Что у нее все с кем-то чуть чикаются. Ой, господи боже, блядь. Ну на бревне просидел, на бревне его дохнет, блядь. Так, а чё, гонишь, она. Так, все. Начинается. Так, все. А теперь мы будем блокировать все. Кто тут нет? Так. Так. Так, вы петь, это вообще супер, спасибо вам большое. Так. Чего ты в жизни добилась? Посмотрите, чего я в жизни добилась. 27 лет побольше, чем кое-кто какие-то годы. Тюмень, здравствуйте. Опять ответил, стой, я уже ответила на это все. Так, потом подождите. В лицо. Так, все, блядь, я уже сказала, говорю, это уже настолько прям фу-фу-фу, блядь. Я в лицо я говорю, я, блядь, она от меня отшарахнулась. Пусть она ко мне, блядь, подойдет и вот это вот расскажет. Что она рассказывает? Сыпуха, блядь, ваша Бородина и вместе с вами. Вы только вот здесь можете мне писать что-то, рассказчики. Так, ладно. Что и делаем дальше? Веришь гадалкам? Я... Нет, так я... Это что? Ну, что-то в этом есть, но... Я верю в себя и верю в то, что всегда в жизни все, знаете, все воздается и все возвращается. Поэтому, если ты внутри человек хороший и у тебя сердце доброе, то вот эта вся канитель тебя не возьмет, знаете, а возьмет тех, кто тебе что-то как бы может плохое, что-то в твою сторону послать. Так, о, котик мой, привет, привет из Киева, целую, дорогая. Так, целую, дорогая, привет, забей. Да я вам... Когда я за что переживала, ты мне скажи. Чё там Киев? Как я соскучилась, ты не представляешь, блин. Так смешно, так, классно, спасибо, огонь, спасибо. Лешка, ты огонь. Огненный огонь. Когда отдыхать полетишь? Да я же говорю, мне сейчас пока не до отдыха, потому что у меня, во-первых, все эти дела мои, повторюсь, сейчас же у меня учеба. Лера сейчас студентка, понимаете? Вот. И мне надо много чего сделать, поэтому я же уже говорила, что пока явно не до отдыха, потому что куда сейчас отдыхать. И тем более, допустим, пока куда я хочу там полететь, да, там сейчас, ну, типа, да, туристов закрыто, там нужно приглашение делать и целая эпопея. Кострома, здрасте, приезжай, спасибо, Одессе, блин, Маш, я говорю, в Одессу ты не представляешь, как я хочу, просто. Я смотрю, у меня там многие знакомые в Одессе были, в Ипице, это пипец. Где учусь? Как-нибудь сделаю, наверное, пост все-таки на эту тему. Почему именно я поступила в этот университет, почему именно юридическое, ну хотя нет, ну как, почему юридическое именно образование, а гражданско-правовой факультет, почему? Потому что я уже расписала, потому что я всегда эту мечту хотела воплотить, потому что изначально
я должна была поступать. Вот. А вообще, есть более глобальная история. Так, любимый парфюм Сэл Конфит Инсбайлер. Там написала, что ты пиццу доедала, которую она оставила, что типа скорбан. Еще раз говорю, я уже ответила, блядь, на это все. У нее все, она сошла с ума, у нее, блядь, старческий маразм уже, понимаете? Она ебанулась. У нее есть, а из Самбурской, мы с Самбурской у Новацкого разговаривали на дне рождения, мы были. Мы с Самбурской разговаривали, Самбурская говорит, Лера, она ебнулась. Она ебнулась, потому что, говорит, у меня, говорит, с Курбаном, говорит, никогда в жизни ничего не было. Говорит, она, говорит, придумала. От нее Курбан, поэтому и ушел, потому что она ебнутая. У нее все с ним спят, понимаете? Поэтому от нее он и сбежал, потому что она, у нее, я же говорю, все чикаются, пыкаются, тыкаются. Понимаете? Ну, я же говорю, видимо, у нее что-то с сексом не лады, понимаете? У женщины, когда ее, видимо, может, ебать не хотели или не хотят, понимаете? Поэтому у нее на фоне секса вот это и сумасшествие пошло. Что у нее все ебутся, а вот по ней вопрос. И Самбурская говорила, что, говорит, у меня, говорит, в жизни, говорит, с Курбаном ничего не было. А та тогда раскачивала, что он такой сякой. Это все старческое, понимаете? Еще вы, блядь, посидите 20 лет на бревне, вам не такое, блядь, причудится. Каждый раз, понимаете, обсуждать, кто с кем ебется, кто кому всунул, кто кому высунул, понимаете? Так у нее уже там, блядь, и во сне, наверное, приходят эти волшебства, блядь. Или захваты, да, перехваты. Ой, господи. За рулем, ну конечно за рулем, потому что когда мне вот еще выходить веселиться, только когда вот времечко есть такое за рулем. А двое детей не смущает, меня не смущает, потому что двое детей не трудно родить, трудно сохранить семью охуенную, вот это вот трудно, а от детей родить, знаете, это, блядь, как бы такое. Было бы браво, если было бы семья от одного мужа двое детей, которая сохранена счастлива и весела, а не когда так. Знаете, я бы тоже, блядь, ладно, не буду говорить вам на эти темы развивать, потому что это такое дело. Как отношусь? Да никак я к ней не отношусь. Я ее 100 лет не видела, не слышала. Я же говорю, пока меня никто не трогает, я никому никак не отношусь. Самойлова и Джига. Вот они молодцы. Они молодцы, несмотря на то, что было, не было, что, как. Там женщина с мозгами, понимаете? Самойлова женщина с мозгами. Самойлова мудрая, классная женщина, которая, даже если были какие-то в семье неполадки, а не у каждого есть семья, сохранить семью и выстроить семью, это уже, знаете, это искусство. А быть тупой бабой, ворчливой бабкой вонючей, ну, конечно же, от нее любые уйдут и сбегут. Поэтому сохранить семью, я же говорю, это такое. Прям семейное. Ребят, мне 27 лет, блядь. Я строю свою жизнь, строю дом, покупаю недвижимость. И охуенно себя чувствую. Наслаждаюсь вниманием мужчин, которые во мной восхищаются, с которыми я дружу, общаюсь, и которых иногда мне приписывают, что я с ними чикаюсь и ебусь, понимаете? Такие злые вонючки с бревна. Па-бам! Пу! Так, короче, все, у меня сейчас этот лес мой начнется, и сейчас у меня пропадет опять связь. Мудрая, а где она мудрая, блядь? Все мужики от нее бегут, как от ладана, как черт от ладана. А? Так, ладно, зачем оскорблен? Меня не надо трогать, я никого не трогала, блядь, первого. Тоже в отношениях ворчливо было. Вы дураки, блядь, я на Доме 2, это не Лера Фрост была. Это, знаете, это была с такими, блядь, как она. Поживите с негативщицами, блядь, сам негативщицей, негативщиком станешь. Вы же когда в негативе живете, вы же наполняетесь. Чем вы, где находитесь, тем и наполняетесь, понимаете? Я в эфир всегда выхожу весела, счастлива, все у меня классно, потому что у меня жизнь такая, люди такие, и в целом все так происходит. А когда ты
живешь, вот, я же говорю, в облаке злости, негатива и гадости, ты сам таким становишься. Поэтому как-то так. Вот. Поэтому... Так, что тут пособиралось? А где твой милый? А я просто не дура свою личную жизнь освещать, понимаете? Вы думаете, если я не выставляю счастливые лица, то совместные фотки, то у меня что-то не лады? Ну, просто я же говорю, просто я умная, понимаете? Так. Через сколько лет отрастила такую длину волос? Честно, я даже вот по годам я не скажу, потому что я постоянно наращивала, делала этот, как они, господи, коррекцию, потом заново так. И они у меня, ну, постоянно просто отрастали, поднарощенными отросли. А за сколько времени, я не знаю, ну долго. Ага, а ночами плачет, потому что... По ночам я, блядь, явно не плачу. А вот вам бы кое-что в рот бы засунуть, полезнее было бы, понимаете, полезным делом бы заняты бы. А не то, чтобы вот тут глупости такие говорить. Я, конечно, понимаю, что вы так вот хотите, чтобы у меня что-то это, что-то не лады какие-то были. Ну, блин, вынуждена огорчить. Умная, молодец, редкость. Так, прям умная. А, так, одни понты. Ой, я с понтами, сначала понты родились, а потом я. Едешь, еду домой, машина Мерседес. Спец по засовыванию в рот. Хуй сосать, это знаете. Как говорил великий Моргенштерн, это талант. Поэтому тебе тоже желаю научиться. Может, полезность какую-то принесешь в этот мир. Ой, боже, вот вы понимаете, вот какая аудитория, такая, блядь, ваша ебучая подопечная. Вот какие вы зашли сумасшедшие, вот вы видите, вот кто из моих подписчиков сейчас у меня в эфире, из нормальных, да, из моей аудитории, вы видите, да, сколько негатива, сколько гадости сейчас льется, и вы понимаете, откуда они пришли. Вот какая та злая бабка обиженная, сумасшедшая, вот такая у нее и аудитория. Поэтому вы видите, что происходит в комментариях, поэтому у меня даже уже желания блокировать нет. Это просто наглядный пример, кто есть кто. Так, у меня уже интернета нет, да? Меня видно, слышно, нет? Капец, все злые. Первый раз в эфире такое у вас. Ну, я же об этом и говорю. Нет, скажи, меня видно или слышно? Ну, сейчас, нормально или нет? Потому что у меня сейчас этот... Понимаешь, что да, это вы за Мамаева. Да, причем Мамаева? Я короной болела еще год назад. То же самое, как к ней от тебя, каждый защищает своего кумира. Ну, как я же говорю, мои люди, моя аудитория, в жизни вообще не полезут туда, блядь, чтобы что-то колупаться вообще в этом, в этой ситуации, понимаете? Потому что у меня здравомыслящие, адекватные, прекрасные люди. А там все отребье домовское. Поэтому такая вот и разница. А, так. Так, вы все-таки ушлые в хорошем смысле, как ты в свои 27. Я не ушлая абсолютно, я настоящая. Я, если со мной по-хорошему, я по-хорошему. Но если меня тронуть, это, блядь, лучше этого не делать. Вроде это она его бросила, нет. Нет, пусть она, ну что вы, блядь, защищать? Пусть она расскажет, что они разошлись. Я знаю правду, просто я не хочу подставлять тех людей, откуда я это знаю. И Курбан знает, почему они разошлись. И просто он как мужчина, он молчит, он не говорит. Пусть ваша, блядь, Бородина расскажет, почему он от нее ушел. Пусть расскажет. За ее язык, блядь. А в чем там причина? Я говорю, пусть она расскажет. Поэтому она и мою фамилию закрывает. Потому что она понимает, что если она сейчас дернется в мою сторону, пиздец всему будет. Поэтому она так лайтовенько и вокруг да около ходит. Поверьте мне, говорю, зная ее
рот грязный и вообще все. Если бы была бы вина Курбана, там, поверьте, блядь, было бы все по-другому. Она бы его разнесла в щепки. А так как она язык в одно место засунула, там есть причина в другом, я же говорю, которую знаю и я, и еще знает тот человек, которого вы все знаете. Когда, знаете, когда человек язык в жопу засовывает, значит, человек боится. Поэтому пусть она боится дальше, молча. Пусть она дальше моей фамилии закрывает, потому что если она мою фамилию откроет где-то, я ее нахуй по судам затаскаю. За ее клевету и за ее язык. Вот такие вот дела. Вот такая вечеринка. Она говорит, что она ушла и шанса не оставила. Ну а что она скажет, что ее бросили, блядь? Что она старая... Так, дай проехать мне, пожалуйста. Старая брошенка, которая за языком за своим не следит. И в сторону своего мужа какие-то вещи говорит. Я же говорю, я очень хорошо знаю ситуацию. Поэтому пусть спокойно сидит. Вначале себя не уважать, чтобы ревновать каждому столбу. Ну, конечно, она себя не уважает. Дышать человеку не давала. Она не старая, она внутри, знает. Бывает 18 лет девчонка, а внутри она как бабка, я же говорю, старая. Речь идет не о возрасте сейчас абсолютно. Есть 18 лет такие тошнотики, блядь, что от них аж сбежать хочется. Вот, поэтому... Сразу по судам, фу. Ну, потому что если же она открывала мой адрес, рот, оскорбляя меня и обзывая определенными словами, которые не являются правдой, и за которые можно прихватить было, поэтому она и не дергается. Чё она, блядь, такая, же, ваша смелая Бородина, когда меня увидела в мемо. Чё она, ну, если кто-то мне говорил, что она сказала, что она меня не видела, пусть она не пиздит. Подруга моя, свидетель была, она увидела меня в глаза, она в 3 метрах от меня стояла. Вы о чем говорите? Если бы этого не было, я бы что сейчас говорила бы, это все в прямом эфире. И вообще, хоть раз на пиздеже меня кто-то ловил, хоть раз я говорила какие-то вещи, которые потом вскрылись, что это неправда. Было такое? Никогда такого не было. Так, ну куда же мне стать, кто знает? Ты-ри-ты! Потому что она выше тебя. Она и по росту ниже меня, и по уму, блядь. Потому что была бы она умная, она по-другому бы все повернула бы. Джаз. Джаз. Это звучит. Так, куда же стать здесь? Лапа на пиздеже, это было поймано и не раз. Например, по факту. Давайте. Лицо тебе должно было разбить. А, да? Ну-ну. With impossible Необразованные, глупые людишки. Уважающая себя женщина не подойдет. Зачем при вселюдной ей нужны разборки? А, ну ей надо в сторисах, я же говорю, бабе под 40 лет, ей надо в сторисы выставлять картинки с факами. Боже, блядь, позор моим седым волосам, блядь. Блядь, так это правда, что Бородина говорит, что ты нюхаешь? Конечно, нюхаю, колюсь, бухаю. И клей еще нюхаю. Так. Она просто... Ой, я же говорю, зашли в чат эти фанаты бревен, блядь.
ТНТ, а просто у меня были свои договоренности. Поэтому пусть они не пиздят там все. Так. Можем взять кучу ситуаций, когда ты приходил на то бревно, пытался рассказать о каких-то выдуманных изменах достойных мужиков со своими... Боже, чё, блядь? Боже, вы сами, блядь, боже, какие вы сумасшедшие. Боже, мне стыдно. Мне стыдно вообще за то, что у меня мои нормальные подписчики вынуждены читать вот этот вот пиздец. Она бы осталась, то есть там, куда я пришла, она увидела и смоталась. Фанаты бревна такие тупые, как бревна. Ну да. Что есть, то есть. Происходит то, что фанаты бревнушники зашли ко мне в комментарии. Господи, она тебе покойнет. Вы сумасшедшая, она только что мне. Я же зашла в директ. Я хожу в прекрасном торговом центре «Твой дом» на Новой Риге. Покупаю себе ароматы для дома. Покупаю себе прекрасные пледики. Захожу в директ, и мне скидывают очень многие люди сообщение, скрин ее истории, где речь в очередной раз обо мне. А я, следовательно, отвечаю, чё к чему. Это прикол, конечно, куда же мне это припарковаться. Место занято, сука. Возьми этого Амару, успокойся. Блядь, боже, ну я же говорю, вы больные. Вот, блядь, какая она, блядь, больная. Такие и вы больные. Так. Лера, вы не можете игнорировать. Еще раз говорю. Пока меня не трогают, я не трогаю. Но если эта собака сутулая в очередной раз, закрывая смайликами мою фамилию, тычет мне факи через картинку, взрослая женщина, то как бы, извините, я вынуждена говорить. А я говорю так, как я умею, как я считаю нужным. Так, ладно, придется сюда, наверное, остановиться. Да. Девочки, успокойтесь. Так, Валерий, не обращайте внимания на говно, которое творится в прямом смысле. Крыши вышли поплевать грязью. Но они, это знаете, как к бриллианту грязь не цепляется. Кто кинет грязь, она у них на руках остается. Цитаты великих людей. Час будет парковаться. Так, ты умничать в другом месте будешь. И вон ты сама закрываешь ее фамилию, тоже получается сышь. Я это стала делать. Я могу сейчас сказать в прямом эфире. Ваша Бородина сыкуха, блядь. И та, которая, я же говорю, от которой сбежал мужик из-за ее грязного языка. И пусть ваша Бородина расскажет истинную правду, почему он от нее ушел. Не она ушла, а он от нее ушел. Пусть причину назовет. А не назовет, потому что, во-первых, сыкуха, во-вторых, это стыдно называть такую причину. И я фамилию ее закрываю, потому что она начала закрывать. Мне что скрывать, господи. Так. Ахуй, сейчас хотела вести передачу. У меня более сейчас глобальные есть планы. Так, Лера, воспитанная, образованная девушка. Зачем материшься? Я люблю материться. О! Аудитория Псюхи. Мама, твоя сыкуха шмара. Ну, вот это истинная аудитория дурдома и всех к нему причисляющих. Так.
просто ничего не боится, понимаете, чего мне бояться? Так. Это свечку держала. А я видела кое-что. Я свечку не держала, но я видела кое-что. Так, расскажи нам причину. Так я к Курбану хорошо, уважительно отношусь. Пусть она расскажет, что. Хочешь открыть свое дело? Есть еще поглобальнее моменты. Так. Курбан, походу, рассказал вам, а вы ему поверили. Нет, там не только Курбан, там еще есть приближенные, которые показали переписки определенные. Спросите у Ксюши, о каких переписках речь идет, а? Спросите. Так, я буду что-то делать, защитница. Так, ладно, все, давайте уходим от этой темы, потому что уже все, мне надоело. Как ты зарабатываешь, ты прям огонь. У меня несколько проектов, шапки профиля, у меня несколько ссылок. У меня реклама, у меня съемки. У меня еще кое-какие моменты есть. Плюс я консультант этого Арифлейма. Понимаете? Основной доход чисто от Арифлейма. Зачем тебе все это? Да мне это нафиг бы не надо было, пока меня не оскорбили. Понимаете? Вот и все. Она сына его обсирала, да? А вы у меня спросите, что она, кого она обсирала и что она говорила. Давайте про Алану и Надю поговорим. Да нет, ну слушайте, Алана и Надя меня не трогали. Наде я давала интервью в точках над ее, а с Аланой мы не знакомы. Что за браслет? Да это Black Star браслет, я на тренировку не доехала. Вот, так, Лерыч... Так, Лерыч при всем уворщении переборщил, про переписки не надо. Так пусть она рассказывает, что там было, понимаете? Что, мало ли, о чувак, о каких переписках я говорю. Если вы защищаете ее, говоря о том, какая она умная, мудрая и молодец, расскажите, в чем причина. Пусть она расскажет вам, своим любимым подписчикам, в чем причина. И почему, и как, а? Искусство. Так, пам-пам-пам. Все, ладно, давайте уже это... Переключаемся так. Она никого не трогала, когда Леру трогают, она отвечает, что плохого. Вот и все, да. Ну, просто многие, они не то, что не понимают. Это, знаете, как умный поймет, дураку не докажешь. Тут хоть сейчас я расскажу миллион раз одну и ту же информацию, кто верит в одну историю, он будет в нее верить, понимаете? Кто не будет, то тому и объяснять не надо, понимаете? Так. Ага. Сына похоже. Господи, какая ты мерзкая. Нервничаешь прям сильно. Я нервничаю, знаете почему? Потому что у меня ПМС и у меня болит живот, блядь. Вот это вот я нервничаю. Поэтому в такие моменты меня вообще лучше не злить. А то, блядь, я сейчас как расскажу. Так, Лера, может вам с ней встретиться и обсудить? Так я готова к встрече. Я готова, я не боюсь встречаться. Я и увидела ее. Я готова была и в тот момент. Прояснять в принципе нечего, но я открыта и готова. Потому что мне скрывать, и мне есть всегда что сказать и по факту. Так. А что ты не подошла? Я сижу за своим столом возле сцены, жду концерт. Буду я подходить? Это же у нее ко мне вопросы какие-то. Она ж там удочки закидывает дешевые. Я говорю в открытую. Я же говорю, мне нечего скрывать, нечего бояться. Я говорю в открытую. Это же она из-под тяжка все что-то и удочки какие-то дешевые закидывает. Кто курит возле тебя?
я окно открыла, у меня это, здесь горела же херня какая-то, и мне дым зашел. Так ты, получается, только тут говоришь. Но я говорю в открытую. Еще раз говорю, я говорю. Я говорю, я не боюсь, не скрываю ничего. Встречаться с Хамали. С каким Хамали? Саша сидел рядом с нами за столом. Они потом на сцену выходили. С кем он встречается? Барина думает, что ты с ним спала. Я же говорю, по ее меркам с ним спали все. Я с такими не дружу. Было ли что-нибудь с ним? Я уже на этот вопрос отвечала, причем еще в тот момент, когда после поэтического вечера вся эта ситуация произошла. Я тогда еще ответила на эти моменты все. В эфире СМИ Радио Джаз. Свидетельство о регистрации средства массовой нашла парня себе, ну, то, что она себе Эрика хотела приписать. Вы смеетесь? Она же эту удочку и закинула по интернету, чтобы ей, чтобы думали, что типа она с кем-то встречается. Ой, так, ладно. Лерочка, ты как всегда правду рубишь, а они только слухи вершки собирают. Но они же только могут про красивую, успешную девочку сказать, то, что она проститутка, эскортница и с кем-то спит. Но если она свою карьеру, может, проложила именно таким путем, ну, тогда, может, поэтому так судят по всем. Сюсюкала с ней. Еще раз говорю, я никогда, во-первых, никогда ни с кем не сюсюкаюсь. Это один момент. И второй момент. Я по-хорошему общалась со всеми. Я со всеми всегда, еще раз повторюсь, общаюсь, пока в мой огород не летят какие-то камни. Вот и все. Так, давайте про дом, на какой стадии строительства. Уже все, уже там подбирают внутреннюю отделку, материалы сейчас. Вот я разговаривала перед этим, там нужно еще кое-какие материалы докупить. Ну, короче, в принципе, уже такая, ну, не финишная, а прямая. Ну, как бы уже такой, на серединочке имеем результат. Так, музыка такая ненавязчивая, прям подходит к этому эфиру. По-моему, ей похуй. Ну да, так похуй, что она эти, я же говорю, картинки выставляет. Так, сколько квадратов дом строите? Ой, блядь, сколько он? Ну, где-то около 200 он будет, наверное. Я не помню там, сколько по плану. Ну, что-то, ну, где-то такое что-то, да. Но это один, я еще потом буду достраивать там гостевой, это еще на территории будет. Когда стройку, да, покажешь, там все без меня пока делается, мне пока некогда ехать и все это показывать, сливать. Я последний раз была там, когда фундамент устанавливали. Знакомы с Эриком, конечно, знакомы, давно с ним знакомы. Очень хорошо помню, на островах Жужи, и тогда Бородина ее так поддержала, бумеранг. Во-первых, у вас там не Жужи, там они вообще групповуху устроили. Во-вторых, это проект. В-третьих, это другая вселенная. В-четвертых, это было 4 года назад. Ребята, у меня после этого были... Я встречалась с Сашей Шарыга после этого. У меня после этого были другие отношения. Ну, то есть это уже, блядь, это... Так то я даже, ну, понимаете, спустя годы я даже это... Даже не считаю за... Ну, вообще, за, в принципе, за отношения, потому что то, что было там, это как бы такое отдельная галактика и все. Как познакомились с Эриком? Ну, что-то сначала в Инстаграме, а потом я в Royal Арбате была, он мне цветы подарил. Ну, мы просто потом общались, вот. И Новый год мы, вот этот, который был Новый год, в Невских мелодиях мы праздновали. Вот. Он очень хороший парень, я к нему очень хорошо отношусь, как бы, и... Там нет никакого дома без доболка. И квартиры, и машины нет. И сижу я сейчас в маршрутке, блядь, в автобусах. Так.
давайте сейчас будем все про всех. С НС знакомый. Ну, знакомый еще миллион лет назад знакомый. Так. Видели в обнимку. Не было. Его в Ереване не было в тот момент. Его не было тогда в Ереване. Вот понимаете, о чем речь? Поэтому вот так вот. А вот такие вот долбоебы, которые набежали от нее сюда сейчас, они верят во все, что им пишут. Домовские проплаченные паблики. Так, да, я в Луганске жила. Боже, прикиньте, я уже. У меня ну, улица Курчатова была, это получается. Как этот район? Не район, а это. Там, где украинский драмтеатр, вот там. Так, Лерочка, есть твое интервью? Ответь, пожалуйста. Конечно, в Ютубе есть на мне много моих интервью. Так. Всем девушкам вначале цветы дарят. Ну, я не знаю, кому там дарить, я в прекрасных отношениях с ним. Это нормально, когда мужчина дарит цветы. Карловой отношусь, я же говорю, пока, ну еще раз повторю, я к Оле хорошо отношусь. Оля мне плохого ничего не делала. Ничего у тебя нет. Да и совести у меня тоже нет. Так, есть подруга лучше. Лучшая подруга у меня мама, но мои близкие девчонки, конечно, есть. Так, у каждого своя правда. Как с Аликом помирились? Да в Royal Arbite мы с ним месяцев 5 не общалась, мы с ним пересекались, а потом в Royal Arbite увиделись и что-то просто обнялись по-братски, по-дружески, как-то замялось все. Так, сколько лет учиться на юрфаке? Ну, учитывая, что это магистратура и второе высшее образование, там немного, там около 3 лет учиться. Уже боты пошли. Да-да-да, одинаковые, я тоже вижу, одинаковые вопросы идут. Так, если бы я попросила на карту скинуть 50 евро и сказала бы, что хочу нажраться, скинула бы? Нет, не скинула бы. Пить вредно. Так, да, сериал я не начала смотреть, я же говорю, и не досмотрела. Так, что думаешь, обузываю ее постоянно хейт? Я же говорю, я насчет Оли уже отвечала, я очень хорошо к ней отношусь и хейтят, потому что, может, не знаю почему. Так, у Эрика есть девушка, у Эрика спросите. Какие боты это отмазы? Так вопросы одинаковые, пошли один за другим. А, так, каких отношений? Тоже начинается. Как относишься к абортам? Отрицательно. Нормально, ты деваха, не реагируй, не оправдывайся никогда. Это не оправдание, это, блядь, правда, это констатация факта. Так, губы дело, что для тебя приоритет, семья или карьера, самореализация, семья, конечно же. Так, украинские девушки, здрасте, вы лучшие. Шаронова, ну да, я говорю, мы общались, мы с ней очень давно не виделись, потому что у меня свое кино, у нее она в работе, и у меня в своих делах, и мы как-то так. Нет, конечно, уже миллион лет не было. Как познакомилась с Камилом Гаджиевым и с Минеевым? Ну, мы с Вовой. Меня Вова познакомил с Камой. С Вовой мы вообще много лет знакомы. Я даже не помню уже, сколько с Вовой мы лет знакомы. А потом мы с Вовой, по-моему, были на каком-то турнире. И он меня с Камой там познакомил. По-моему, так было как-то, я уже не помню. Так, духи размножаться будут? Ну, пока женский, мужской, а там посмотрим. Ты же делала аборт. Вот что, блядь, тебе за эту правду всю жизнь аборты делать, блядь, которую ты сейчас написала? Никогда в жизни аборт я не делала, у меня был выкидыш, да, это была действительно так. Была такая у меня ситуация. А то, что я же говорю про аборт, вот такие вот пидорасы слухи и пускают, понимаете? А, дай бог тебе крепкого здоровья. Так, тебе язык за язык доставалось? Мне за правдивый язык никогда не доставалось. Другим доставалось за пиздливые языки. Так, что думаешь? Ну, я уже говорила, я не знаю, эта ситуация меня не касается. Я никогда не обсуждаю какие-то ситуации, ну, практически, которые со мной не связаны. Мы говорим. Вот сейчас в отношениях я не афиширую свою личную жизнь абсолютно. Как познакомилась ли это? Боже, мы с ним познакомились. Общие знакомые какие-то, я не помню.
украинские девчата рулят. Так, то и так. А, смогла бы дать интервью для курсовой или проекта бесплатно в будущем, когда станешь еще более авторитетной женщиной. Более авторитетная женщина — это авторитетная? Куда же авторитетнее, блядь? Так, чтобы потом написать биографию. Ой, как мне нравится этот трек. Так, подожди. Так, почему? Я не знаю. А, с Алиной язык. Да вы что, меня, блин, будете про всех спрашивать, с кем я когда познакомилась? Вы что, подожди, я что, не помню язык. А, Загитова не помню. Ну, то Инстаграм, наверное. Почему всегда злая, неудовлетворенная жизнь? Я всегда, вот опять же, мои подписчики, мои аудитории знают, что я всегда, наоборот, на позитиве, всегда на этом, на супер позитивном, хорошем этом. Так, подожди, блядь, у меня перемешка все идет. Когда планируете в дом переезжать, в каком цвете интерьер будет? А у меня всегда, ну, мне вот, у меня в квартире, у меня получается квартира белая вся, но со вставкой у меня красно, зеркально, бело, черная. А почем квартиру снимаешь на Алтушке? Ебанутые. Ой, господи, какие колхозники, ну я не выношу, блядь, таких. А дом будет тоже, будет все белое, но уже будут вставлены, ну, будет все золото, изумруд. Ну, короче, вы знаете, вот яркие. Я еще хочу, короче, я прям вот очень хочу, чтобы этот, я хочу картину Алика Монополи, чтобы, ну, у меня там есть выходы, вот, я прям хочу огромную, знаете, типа, вот, ну, типа, все белое, вот такая огромная разноцветная какая-нибудь картина. Изумрудный большой диван, золотые, ну, короче, эти медведи мои, вот эти вот бирбрики, ну, короче, вот прям вот такие картинки. Так, родить не хочешь? А родить, я же говорю, счастливую семью создать, да, со временем, но не то, что родить, выйти замуж. Ну, блядь, некоторые понарожали, замуж понавыходили, поразводились, и чё? И ничего. Так, у меня 13 татуировок. Вот, так. А как хочется посмотреть на твой будущий дом. Ну, всему свое время, слушайте. Почему ты называешь людей колхозниками? Потому что нормальных людей я называю людьми, а уебанов я называю уебанами и колхозниками. А, хочешь коллекцию, как у Тимати, медведи таких? Ну, не пишу мне, как у Тимати. Ну, у меня по мне сколько? У меня их двое, я еще там мне одного я заказывать буду. Вот. Ну, мне просто в целом нравятся вот такие всякие необычные штуки. Помимо этих медведей я собираю. Мне разные статуэтки нравятся, мне разные картины нравятся, то есть вот такое. А цвет волос мой натуральный, я не крашусь. Как отношусь к пенчуку, к караю? Караю нормально отношусь, к пенчуку никак не отношусь. А, малыш, если бы он был дом, долбоебы. Ну вот, ну вот понимаете, вот как вот мне вот их не называют долбоебы. Ну вот как, вот если был бы дом. Не, я чисто просто для прикола фундамент делаю, на чужой территории решила, блядь, эти... Фундамент свой, свайное поле решила установить на чужом фундаменте, участке. Ну, дебилы. Как поддерживать загар? Ну, я сейчас пару раз в солярий перед этим сходила. Так, Лера, после того, как стала, она несколько... А, насчет ситуации в Москве, где 18-летняя сбила детей. Ну, слушайте, что сказать? Очень страшная ситуация, и, конечно, дети, царство небесное, детка, но ее мне жалко, потому что 18 лет по дурости, по такой, из-за невнимательности или из-за чего там, как бы жизнь такого, ну, в доме будет твой деловой кабинет? Нет, я не хочу деловой кабинет, потому что, как, что связано с делами, с работой, я в дом не тащу. Зато у меня есть дети все. Господи, боже мой. Так, есть родные братья и сестры? Нет. А, так. Господи, боже, у меня все, блин, перемешку. Не боишься на расстоянии контролировать стройку, и столько обмана на деньги может быть по итогу. Нет, не боюсь, у меня там все контролируется. Мы говорим.
О, боже мой. Конечно, дома что ли сосать будешь, подрабатывай. Ой, господи, господи, господи. Вы, кстати, в жизни круче, чем в инсте. Спасибо вам большое, очень приятно. Куда отдыхать? На Мальдивы? Все-таки так я не собиралась отдыхать, у меня сейчас эти дела же всякие. А маму когда видела в последний раз? Сегодня. Я же маму забрала из Украины. Так, марка машины, Мерседес, уже миллиард раз говорила. Скажи, если ненавидят бабы, а мужики общаются очень хорошо, никогда не получается работать в женском коллективе. Как я тебя понимаю? Как же я тебя, девочка моя, понимаю. Да никак, забей, господи. Когда нравишься ты мужчинам, а женщины тебя ненавидят, значит, все идет как надо. Назовите, пожалуйста, три певицы российские, которые вам нравятся. Моргенштерн. И певцы, и певицы. Не знаю, не могу так сказать. Или кто-то электронки кашляю. Так, почему всегда в маске все снимаешь и выкладываешь? Мне так нравится. Вон, видите, люди мне пишут, у меня в жизни видели, что я лучше, чем в Инстаграме. Поэтому мне так мне нравится. Помогаю ли я бездомным животным? Крайне поздно, посмотрите. Нравится ли мне решта? Нейтрально отношусь. Откуда столько ебанашек тут? От бревна набежали. Так, про измену. Я уже отвечала, блять, уже сколько можно раз отвечать? Я что, попка дурак? Так. О, боже. Ой, блокируем. Так, у меня тоже не получается ужиться в женском коллективе. Ну, потому что, знаете, на самом деле, когда женщина классная, у нее всю жизнь не складываются отношения с другими женщинами. А в основном вот такие вот бабы, знаете, когда подружки в прачках всяких сидят, это вот те, которые, блядь, вот эти, вы знаете, кучкуются друг с другом. Вот это, знаешь, девочки такие, девочки. На самом деле, мало у кого, у классных действительно, вот у женщин, которые там добились каких-то моментов, это, ну, у них часто вообще нет подруг. Поэтому это абсолютно как бы нормально и даже в какой-то степени это круто. Так, характер, мам, спасибо. Уже говорила все на эти темы. Радио джаз. Так, простая баба, злая, она, не понимаю. Ой, что за бред про подруг? Ну, со временем поймете. Во сколько лет получила права? Права я получила в... Боже, я не помню, лет 20, наверное. В 2004... Какое? 6 лет назад? Так, почему Акру с Бузовой не общаются? Ну, спросите или у Оли, или у Акру. У меня нет подруг, просто знакомые. Сколько нынче проездной в московском метро стоит? Я не знаю, я в метро не была. Я вообще за всю свою жизнь в метро в Москве была... 2 раза в жизни. Так, тоже нет подруг от слова совсем. Думала раньше, что может со мной что-то не то, но оказалось вряд ли. Нет, нормально. А чего ты добилась? Да, блядь, ничего. Успокойтесь, блядь. Так, ты как кальянный, что с камерой. Не знаю, у меня из-за фильтра так кажется. Что за Арифлейм, блядь? Что за люди набежали? Боже мой, как мне тяжело жить, блядь, в таком мире тупых, блядь. Господи, говорю, что за Арифлейм? Так, с подругами все в точку, молодец. К Барановской хорошо отношусь. Мы с ней один раз пересекались на съемке тогда, и у меня только такие самые хорошие они и остались впечатления. Не знаю, почему ты мне нравишься, легко за тобой наблюдать. Так, давай про Шевчук пройдемся. Вот если Шевчук по мне пройдется, тогда мы пройдемся по ней. Поэтому пока, я же говорю, меня никто не трогает, я никого первого не трогаю. Я уже сотый раз за сегодняшний день это говорю. Так, лам-бам-бам. Вот вроде красивая и умная, но некоторые твои высказывания, Лера, прям ужас отталкивает от тебя. Ну, извините, переходите в профиль этой Елены Малышевой, она там все рассказывает четко, правильно,
с правильной подачей. Вот пиздуйте туда и слушайте Елену Малышеву, если вот что-то отталкивает. Я никого не держу, я не гонюсь за количеством, я гонюсь за качеством. Вот сегодня обычно у меня в эфире человек 200, ну 300, да? Но у меня классная, веселая аудитория. Сейчас сидят 800 человек, 500 из них долбоебы. Вот 500 человек долбоебы, выйдите, пожалуйста, из моего эфира. Ой, вот поэтому я и говорю, что важно качество, а не количество, понимаете? Какая-то проблема ответить про вакцинацию? Да, а ты, блядь, мне кто? Подруга моя, чтобы я с тобой вакцинацию обсуждала? Или, блин, кто? В чем суть конфликта? Блядь, конфликт. У меня прям есть с кем конфликтовать. Я строгаешь, ты всех вечно плохие, одна ты типа идеал. Ну, то, что я идеал, тут, блядь, знаешь, не поспоришь. Это раз. А во-вторых, где ты там есть? Иди нахуй, блок. Так. Бам-бам-бам. Выхода. Прошла с падением. Так, вроде не нужно. Так. Так, смайл смотрит. Когда последний раз была в Крыму, боже, очень давно. Я рожу. Ну, а как тут? Че всем дерзишь? Потому что я дерзкая, как пуля резкая. Так, кто это? На макияж я вообще очень быстро крашусь. Даже если я делаю вечерний макияж, мне достаточно, чтобы вы понимали, минут 15-20, чтобы я сделала шикарный вечерний мейк. И... А знаете почему? Потому что я когда мне было лет там 14-15, я в модельной школе училась, и у нас были там и актерское мастерство, и дефиле, и всякие разные там штуки. И один из направлений был мейк. Нас учили краситься. Вот. И я быстро очень крашусь. Долбоёбки, слышим, добейся изначально того, что... Чего? То, что её сокон подобрали и посадили на бревно, и она 100 лет терпела унижение, оскорбление Собчак? Или то, что потом её Бузова, блядь, сделала вот так вот, а? Чего? Чего добиться? Все, идем дальше. Так, как быть, если свекровь постоянно осуждает и учит? Грубо не могу ответить ей. Ну, слушайте... Отношения, это, знаете, как есть отношения отцы и дети, да, так и свекровью, это что же такое? Это ваше семейное, здесь нужно только вам понимать. Расскажи про свой выкидыш, тоже было, расскажи, пожалуйста, свою историю. Зачем? Слушайте, у меня сейчас тут столько пидорасов понасобирало, сейчас я тут буду душу свою изливать, как у меня там и что было. Сложный был период, ничего сказать. Так, какая искренняя, добрая, юморная, искренняя публика... А, какая искренняя, добрая публика, Оксюхи, Господи помилуй, да, Господь, Господь. Так, ой, не смешите, какой так, мама в Москве, нашла себе занятие, не скучает по Киеву. А мама свое занятие нашла, блядь, вообще давно по жизни, а по Киеву, не, ну мы скучаем, конечно, в любом случае, вы чего-то, это... Такой город для нас, конечно, очень близкий. И у меня дедушка там похоронен, поэтому, конечно. Так, приятно для... за тобой наблюдать, все по факту. Реально класс, не поспорит. Спасибо, так самолюбовку, ужасно себя ведешь. Зашла в прямой эфир, считаешь, что ты себя публичная. Тогда отвечай на сообщения, а то строишь из себя хызы. Кого? Хызы. Давай, пока. Блок. Песня «Ландыши» ассоциируется с тобой. Так, так, так. Почему столько негатива? У вас был конфликт? Да не, мы просто это... Подружки близкие. Так, почему... Так, так, так... Почему тебя сегодня тут все обзывают? Пиздец. Да я не знаю, сижу тут, блин, понимаешь, слезы лью, блядь. Думаю, что у меня такую хорошую, прекрасную девочку пришли тут всякие... Мудаки, я обижаю. Не обижайте меня, пожалуйста. Господи, уже по Собчак и по Бузовой прошлась. Вы дураки, я говорю то, что Собчак, блядь, эту вашу подопечную чмырила, унижала. Так Собчак ее даже, это когда этот, господи, с Комиссаровым интервью было, и Собчак сказал, что она даже ее на интервью хотела позвать, а та застала даже к Собчак идти. Блядь, она воздуха боится, блядь, по-моему. Ой, а с Бузовой я в прекрасных отношениях, поэтому что-то у вас это, биполярочка пошла какая-то.
Так, говоришь о дедушке, а что с твоим папой? Отец у меня умер. Тоже умер. А, есть недвижимость на Украине? Да, есть, конечно. Какие все злые, ужас. Ужас. Такая музыка. Да. Заметила, что тут пишут. Да, если так сама пыталась на доме ведущей стать. Меня приглашали, но когда я поняла, что в таком дерьмище, блядь, и когда мне сказали, слушайте, ну я же не могу, я же говорю, если, блядь, ей с Габатом Стерёхиным и с Каримовым, блядь, с участниками таскалась, это она мне будет говорить, что я какая-то не такая. Вспомните, с чего она начинала. С участниками, блядь, таскалась. А когда мне сказали, когда они меня позвали ведущие, и мне сказали четко, чтобы я с Соленко сошлась, и я сказала, сорян, я в таком дерьме принимать участие не буду, и свалила оттуда. Понимаете, тут у каждого, насколько, на что он готов, и что он готов хавать. Если бы, блядь, меня бы вот так вот, когда в паре работала бы, если бы меня так чмырили, как чмырили ее, да я бы, блядь, плюнула бы на все, и не было бы моей ноги там. А когда люди на готовы такое все хавать, потом тут вопрос еще, понимаете, реально, кто есть кто. Так, что тут у нас, Привет, времени не было, глянь в прямом эфире, сейчас очень рад тебя увидеть. Здравствуйте. А чё они прикопались и вписывают тебя в чужие отношения? Да они, блядь, прикопались, я же говорю, сама не знаю, чё они ко мне прикопались. Вот прям королевишна. Так. Как ты можешь так поливать людей? Блядь, а меня можно поливать? Вот вы сидите, вот какие-то пидорасы сидят там, знать меня не знают, зашли на мою страницу, и меня поливают грязью, в прямом смысле слова. Я сижу у себя в машине, в своем прямом эфире, отвечаю. И я еще поливаю грязью людей? Это не люди, это бляди. Понимаете? Есть люди, а есть бляди. Вот как бы вот так вот как-то. Так. Так. Так, Лера, ты сильно говоришь, и по факту это многих бесит. Ну, пусть бесится молча. Так, Лера, грузин есть, друзья? У меня есть Каха, друг. Вот он грузин, да, вот только один у меня друг грузин. Салам из Чечни, Чечня, здрасте. А ты не, блядь. Хочу вас расстроить, но нет. Была бы блядью, столько бы у меня достойных людей рядом не было, понимаете? О, Андрей Петрович, привет, дорогой. Ты прикольный. Не то слово. Откровенно и честно, сохрани эфир. Эфир не сохраняю. Боже, да Артур, у тебя же... Подожди, у тебя сегодня уже? А какой... Уже? О, я когда эфир закончу, я это снайпер, но я же не могу тебя не поздравить, как так? Конечно. Так. У тебя есть корни или ты полностью русская? У меня мама, у меня полурусская, полубелорусская. Отец у меня украинец. Я так как я, ну то есть у меня идет смешение, у меня там вообще много кровей намешано. Но так как я родилась на территории, получается, ну, Украины, я украинка. Так. Лера, все твои эфиры кто-то на YouTube выкидывает. Ну, пусть смотрят, блядь, на перемотке. Любимый ресторан в Москве. Наверное, если по красоте, то Турандот. Если по кухне, Фиш-фетиш. Мне очень кухня нравится. Вот я вот была прям там очень вкусно. Мне понравилось. У меня Сенька там управляющий. Так, да. В Ростове нет, не была. Лучше, типа... Вы давайте без ошибок пишите, а потом уже поговорим с вами. Так я же... Весь эфир. Ну вот сейчас вот опять, кто тронул первую меня? Вот кто тронул? Вот сейчас мне весь директ понаскидывали ее скрин в мою сторону. Я просто выхожу и разговариваю. Отвечаю, даю ответ, понимаете? А люди дают ответ, когда им есть что сказать. А мне есть всегда что сказать.
Так, много ли трачу в месяц? По-разному. Не знаю. Смотря в зависимости от того, какие там траты. Ну, сейчас, допустим, когда там стройка, там еще что-то, да? Ну, когда там вот сейчас супер глобально, значит, тогда будет много. Так, если в обычности мне там ничего там супер не нужно покупать, я бы не сказала, что я супер транжира. Как-то так. Да. Как делать с электронкой? Говорила, что хочет отказаться. А я же говорю, что я начала меньше ебись чужими мужьями. Вот чтоб ты... Господи, ну нельзя же такое говорить, блин. Дай бог тебе здоровья. Вот чтоб у тебя вот сколько ты написала сейчас, вот чтоб столько у тебя было здоровья. Вот, блядь. Хотела сначала сказать другое, но вселенная, блядь, не хочет, чтоб я желала плохое людям. Не надо. Вселенная, разъеби их сама. Я, чтоб без меня, пожалуйста. Можно я буду им добро желать, а ты еби. Вова, откуда доход? Привет, дорогой. Откуда доход, блядь? Ты понимаешь, ты вообще тоже вошел в чат? Видишь, что происходит тут? Какая была первая машина? Тоже Мерседес. Путани с чужими мужьями, блядь, Вова, пиздец. Все чужие мужья мои. И смотри это, и приду, блядь, еще за мужьями твоих подруг, блядь. Поэтому смотри, когда на день рождения к тебе приду, всех мужей, подруг, блядь, в сторону уйди. А то я, блин, всех заберу. Ай, так, так, так. Буза в итоге осталась опозорена со своей ложью, спалили ее. Ой, какие долбоебы. Почему нельзя на комментарии лайки ставить? Просто не матерись, ты красотка, не идет. Давайте я сама разберусь, что идет мне, а что не идет. Как накачать попу и ноги? В зале, блядь. Забирай, подруги будут свободные. Есть ничего пару. Ну, ты себе это невест там поднаберешь, да? Так, я тут спать собралась, а тут так весело, сон пропал. Простите. Ответь ты, что и как. Это ложь. И все там. Так я уже говорила, блядь, прочитайте посты, прочитайте, пропишите Лера Фрост в этом... Гугле, есть информация вся с первых уст изначально. Если мне каждый раз оправдываться, доказывать и что-то припросить, кто будет считать, что я его семьи увела, что я с ним ебусь? Те так и будут считать, понимаете? Если люди адекватные, они будут воспринимать адекватную информацию. Если та сумасшедшая считает, что, я же говорю, там, чикается ее, это как можно, блядь, сказать, это какой тупой надо быть? Отец твоего ребенка типа чикает кого-то. Ну это, блядь, что в голове надо иметь? Ну это же ужас. Я говорю, начиная там от Самбурской, заканчивая мной. Это ей позор, понимаете? Это глупость такая, блядь, в ее возрасте. Это же кошмар. Так, просто... О, господи, боже мой, блядь, идиоты. Я сериал «Элита» забросила. Ужасные людишки. Так, все, короче, я одну сигарету еще курю, еще чуть повеселюсь и, ой, бляха, ну, буду идти уже, потому что... Так, а с кем встречается Вадим Тюльпан? Во-первых, его зовут Влад, Вадим зовут его отца, Царство Небесное. Во-вторых, за вопрос, почему они у меня в прямом эфире, спросите у Влада. До субботы, давай, дорогой. Такая спокойная музыка. Так я вообще спокойная. Чтобы была на вечернем, чтобы мужей уводить. Вова, это знаешь, есть цитата такая ВКонтакте хотела. Если я захочу увести чужого мужа, я уведу его даже в спортивках и в кроссовках, блядь. Я стрелец. А у тебя есть парень, у меня есть муж, причем чужой и причем 5, блядь. Так, обозначила вас как какашку. К-
кто как обзывается, тот так и называется. Она вот сама говно прилепила на мою фамилию, а уже она сама говно, блядь. Так, Лера, я из-за тебя не высплюсь, но не могу пропустить твой пушечный... Вы это, сон полезнее, чем вот это вот, слушать мои вот эти вот изречения. Из-за своей голой фотки она тоже ничего отмазку не скажет. А вы про ее голые фотки? Кстати, да, вот что-то, блядь, в мою сторону. А вот, кстати, вот вы хорошо вы подметили. Я не знаю, конечно, это в чей адрес было. Вот моих сисек, блядь, ну только в Playboy съемка. Вот моих сисек, блядь, вы не найдете, если введете, блядь, Лера Фрост, блядь, голая. А вы введите фамилию, имя и представьте голое. И тогда вот посмотрим, блядь, чьи сиськи, блядь, и письки ходят по интернету, а чьи нет, блядь. Ты смотри, тут собрались, блядь, святоши. Я-то говорю, что я, блядь, да, святая. Святая я. А вы, вон, поищите на других. Я же говорю, пропишите. Посмотрите, приятного просмотра. Блядь, смотрите, умные. На меня пиздеть без доказательств все, сука, умеют. А по факту... Какой поганый рот. Мы говорим... Главное, у меня сердце доброе. И ум острый. И язык, блядь, в том числе. Яйца любишь лизать? Перепелиные только. Есть среди девушек лучшая подруга или только парни? Но у меня есть близкие, там пару человек, пару девчонок, да, которые близкие. Ой, еще одну страничку создали. По-русски разговаривать научись, хохлядский рот. А ты по-украински научись, блядь, для начала. Знаешь, какой язык тяжелый? Как я на русском разговариваю? Великолепно разговариваю. Ой. Рот зачесался. Так, такой грязный рот. Ой, ты, боже мой, какие вы злые. Так, выйди из еда. Ну вот, да, им же надо посидеть, понимаете? Ой, и опять одинаковые комментарии пошли. Опять одинаковые. Я украинка. Мне по-украински не надо, зачем он мне? Ну, значит, выйди нахуй отсюда с прямого эфира моего великолепного. Хорошая, язык острый, но душа хорошая. Что есть, то есть. Так, ладно. Все люди разные. Так. Просто каждый остроумный. Боже, обожаю тебя. Ты бог ты самого лучше. Лучше обожаю. Гол постим. Спасибо. Че так судорожно блокируешь? А я, слушайте, я у себя в прямом эфире. Это что, я позволительно в мою спальню, в мою кухню зайти в грязной обуви? Это то же самое, что и здесь, понимаете? Я у себя в прямом эфире. А чтобы сидели мне какие-то уёбки моего ногтя, блядь, не стоящие. Хочу, блокирую. Тут умников понабежало, с фейковых страниц не успевают комментарии переписывать заново. Так, что ты сидишь долго в машине? Люблю свою машину, сижу воздухом свежим, дышу. А что такое? Правильно сказала, что она бревно. Да я сказала, что она на бревне сидит. Бревном вы её сами уже окрестили, господи, блядь. Воронеж, здрасте. У нашей Фрост охуенное сегодня настроение. Красотка наша. Так у меня оно всегда охуенное. Ой, у меня через 2 минуты эфир сами отключат. Вы представляете? Пока отписывайся. Бля, ну не отписывайся, пожалуйста, по-братски. Не отписывайся, умоляю. Пожалуйста. Сейчас я тебя заблокирую только, а потом отпишешься. Так, а как они делают это на заказ? Типа пишет директор своему. Я не знаю, но это делают все, ну даже там кто у меня там из подписчиков были, что ну типа как-то заказывают ботов. Так, сколько умников с фейковых страниц, такие лицемерные. Ну видите, они все с этих с фейковых страниц умные. Так, расскажи что-то хорошее, интересное. А, интересное? Хорошее? А что вам рассказать хорошее, интересное?
приют сейчас буду с животных, вот сегодня сейчас как раз доведу эфир, приду и буду разбирать свой директ, помимо вот этого говна, который я сейчас буду блокировать, мне поскидывали разные приюты для животных, вот, которые я буду, ну, я выберу один, который в Москве, Московской области находится, и попечителем которого я буду являться, вот, поэтому я сейчас буду выбирать и общаться с людьми на тему того, чтобы взять под себя приют для животных и помогать животным. Так, все, у меня через 40 секунд уже отключается эфир, блин. Так, когда будет новый марафон, я скажу, оповещу. Была бы такая счастливая, не была бы такая говнистая. Так я не говнистая. Я с говном, то есть с вот такими долбоевыми, вот так только и умею общаться. С прекрасными людьми я по-прекрасному. Так, брат земная. Так, все, давайте, 15 секунд. Ой, я, наверное, сейчас выйду, потому что, ну, хоть животным повезло. Ну, животные не такие ж твари, блядь, как тут пособирались. Все, всех люблю, целую. Эфир у меня через 5 секунд заканчивается.